Всем привет! В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Лайк-арена», в которой мы изучаем социальные сети мордовских спортсменов и самыми интересными публикациями делимся с телезрителями 10 канала. В Саранске дождь и плюсовая температура. А вот в инстаграме лыжницы Анастасии Седовой настоящая зимняя сказка. Спортсменка радуется снегу и спешит опробовать лыжню, поделившись кадрами с тренировки со своими подписчиками. Всем привет! У нас выпало очень много снега. И сегодня ударил такой морозец прям хороший. Ну, как морозец? Ну, нормально, минус 9. Вот. Очень классная погода. Это у меня сейчас. Покатаемся. А вот сестры-биатлонистки Ирина и Елена Кручинкины пока до снега не добрались. Причем близняшки, которых мы привыкли считать практически неразлучными, сейчас находятся в разных точках земного шара. Пока Елена радует подписчиков кадрами из туманного Оберхофа, в инстаграме Ирины – видео родных мордовских просторов, а точнее пейзажи Смольного и его окрестностей. Чем дальше, тем теплее. В Алуште, где сейчас тренируется Наталья Суворова, и вовсе плюс 20. Можно даже ноги в море помочить, чем спортсменка и занимается в свободное от кручения педалей время. Хотя по Алуштинской набережной погонять на велосипеде – одно удовольствие. Что делать, если в тренажерном зале не хватает нагрузки? Лайфхак от чемпионки России по акватлону Софьи Авдониной. Берем тренажер, подругу и занимаемся в свое удовольствие. Театр начинается с вешалки, а тренировка с подготовки спортивного инвентаря. Любишь по горкам гонять? Люби за своим велосипедом ухаживать. Тренер по BMX Иван Демидов не нарадуется на своих подопечных, которые в перерывах между заездами приводят в порядок своих железных двуколесных лошадок. А вы любите BMX? И напоследок видео из инстаграма мастера спорта по армрестлингу Ирины Калеткиной, рассказывающей о том, как дружная команда спортивного клуба «Вымпел» встречает серебряного призера чемпионата мира по армспорту Галину Учаеву. На редакционные лайки скупиться не будем. Ставим их каждому участнику этого мероприятия. На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Не забывайте подписываться на наших спортсменов в соцсетях и ставить им лайки.